что у вас на своем канале. Меня зовут Елена. Я хочу рассказать о своих небольших рукодельных покупочках. Я сделала заказ в интернет-магазине на сайте «Петербургское шале». Быстрая доставка международная и, кстати, недорогая. Заказ пришел ко мне за 2 недели. Живу я в Казахстане. Итак, заказала я вот такой органайзер с бобинками. Вообще я заказывала другой органайзер гамма, такой, который, ну, больше. Этот вот очень малюсенький. Вот примерно, смотрите, то есть дорожный мини вот с ладошкой. И мне потом написали письмо, что нет наличия, предложили вот этот органайзер. Он немножечко дешевле стоит, сделали перерасчет, но я решила его заказать. Потому что для таких небольших проектов, в принципе, удобный. Здесь вот находятся бобиночки картонные. Вот такой вот органайзер. Весь заказ я делала из-за вот этого набора. Об этом сайте я узнала в группе ВКонтакте. Девочки написали, где можно заказать этот набор. И указали как раз таки этот сайт. Я посмотрела, цены там были приемлемые. Заказала. Это мамина чашка от Dimensions набор. В августе стартует проект, и я решила вышивать по оригинальному набору. Вот такой вот наборчик. Я думаю, многие его уже видели. И я сейчас покажу, как выглядит сам набор. Значит, картинка с изображением, как будет выглядеть наборчик вышитый. Далее органайзеры. Так, вот 2 органайзера и вот такой моточек блестящих металлизированных ниточек идет. Вот. Или это креник даже. Такие вот ниточки. Скорее всего, это креник. Так, и вот сами нити. Очень длинные, как у наборов Dimensions. На таких вот органайзерах, в принципе, очень удобный. Я думаю, перематывать я с такого наборчика не буду. Дальше идет канва такая кремового цвета. Вот канва. Следующее. Что-то я пока иголочек не вижу. Так. Описание набора идет на английском языке. Так, а вот они, иголочки две, вот они лежат. Одна побольше, другая поменьше. Одна, да, для вокстича, другая для вышивки крестиком. Канва здесь 18 каунта. Здесь какие техники применяются. Здесь все описано. Это идет ключ к набору. Как вышивается, что крестом, что полукрестом. Вокстич, накладная нить. И далее идет схема в наборе. Выглядит вот таким образом. Опять-таки здесь тоже идет ключ. Схема идет. Здесь тоже описание виды стежков, которые используются. Вот идет сама схема чашки. Такая черно-белая, сине-красная схема. Опять-таки здесь тоже значки, что из себя представляет. И еще один листочек. Это уже все на русском языке. Вот что мне нравится заказывать в российских интернет-магазинах, то, что есть вот такой вот листочек с переводом к данному набору на русском языке. Как что делать, вышивать. Здесь тоже на русском написано название цветов. Все дано. Вот здесь вот есть ключ дан с переводом. И вот все техники, которые использованы здесь, тоже все даны с переводом на русском языке. Поэтому очень рада, что заказала я в российском интернет-магазине, потому что ключик у меня будет с переводом. И чтобы, в общем-то, не заказывать один наборчик, за доставку все равно мне пришлось платить там 200 с чем-то рублей. Я выбрала еще один набор такой недорогой, но который мне хотелось вышить и попробовать. Это набор фирмы Panna.
Я ни разу не вышивала эти наборы. Это вот такие карты, называется «Богатство». Размер работы будет 22 на 22,5 сантиметра. Очень мне понравилась эта работа. Есть еще ряд дизайнов вот подобных. Мне там нравится дизайн исполнения желаний. Наверное, я его тоже закажу и тоже вышью мне две картины, повешу где-то рядышком в одном дизайне. Вот таким образом выглядит. Здесь укомплектовано все ниточки гамма, черная канва. Вот. Интересно, мне будет повышивать на, в общем-то, черной канве. Здесь канва идет номер, так, гамма К04. Ну, я так посмотрела, скорее всего, это или 14, или 16. Поэтому поправьте меня, если я все-таки ошибаюсь. Гамма К04. Так. И хочу я у вас спросить, у меня вот такой вот карандашик есть. Белый с точилкой от DMC. Кто-нибудь пользовался этим карандашиком для темной канвы? Как он вообще отстирывается в итоге? Не оставляет ли следов? Стоит им размечать черную канву? Не стоит? В общем-то, хочу спросить вашего совета. Итак, это был весь мой заказик. Спасибо всем за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.